со Светой, вернее, я почти все умяла, почти всю пиццу. Это выбрасываем, да? Да. А что не даем, то понадкусываю. Да, кстати, надо надкусить. Так, уходим отсюда. Теперь мы пойдем отсюда с Близзарда Бич. Мы сейчас пойдем в Голливуд. Нас ждет Голливуд. У нас сегодня 5-е, да? Уже 6-й час. Вот эта вот Света красная полосочка, это не потому, что ее это муж побил. Это потому, что у нее полинял красный. Вот этот, ага. У тебя прям полоса такая красная. Она плотно просто, кепочка плотно сидит, и, я знаю, след остается. Но он пройдет. Не-не-не, это краска. Это краска. Краска. Это краска? Настоящая красная краска. Это с этой, что? Да. 100%. Выше. Не три, сотрешь. Сейчас отмывать пойдем. Пойдем отмывать. Тебя-то красит. Ты как будто с племени Бумба-Юмба. Бумба-Юмба. Все, пошли выбрасывать недоедки наши. Все, пока-пока. И вот какая красота здесь цветет. Трудно поверить, что сейчас декабрь. Боже, сказочная страна. Сказочное место. И вот закат солнышка уже, начало 6-го. Все, уходим, отползаем. Света танцует. А еще Анабис. Анабис. Рок-н-ролл был. Так резко похолодало. Сразу вон сосульки вылезли. Вон они какие сосульки. Прям, ой, холодные. Вон они. Такой жарко в Флориде, вдруг так похолодало. Так, ладно. Мы переодевались со Светой, ходили в переодевалку, там в переодевалочке. И есть специальные кабинки переодеться. Около 10 душиков, наверное, вот там вот эта большая переодевалка. И там же туалеты. Все, пора уже уходить. Света, ну где ты? Вон там тоже, вон они какие сосульки висят. Холодно. Холодно стало, осень настала. А у нас уже зима. А если на голову упадет, убьет. Так, где Светик? Наверное, пошла душ принимать. Это мне объясняет, как пройти на аттракционы бесплатно. Ребят, привет, YouTube. Для тех, кто впервые приедет в Disney World или все парки Disney World, это Голливуд студия, это... Ну, короче, все парки. Эпкот, да. Когда покупаешь, значит, билет на все парки... Да, то есть можно купить задорого Fast Pass, чтобы без очереди проходили. Но это очень дорого. Но это дорого стоит. А можно купить обычный стандартный билет, и вам дают карточку, с которой вы пользуетесь при входе в парк. Вы эту карточку вставляете в аппарат при входе на самые востребованные аттракционы. Там есть специальные аппараты, и там прям вывеска такая Fast Pass. Вы вставляете карточку. И вам, допустим, вы пришли в 2 часа дня, вы вставляете, и вам выкатывается специальный билетик, при предъявлении которого вы можете без очереди пройти на аттракцион с 3 до 4. Если вы приходите там, в 4 часа, засовываете, то вам выдается билетик, что вы имеете право прийти на аттракцион с... Ну, короче, там просто указывает время, да, что да. Сейчас бизи, а потом... Просто в это время вы можете пока погулять и уже на других аттракционах покататься. И прийти и сюда, не тратя времени. Да. А потом не тратя времени, потому что вот я подхожу, там написано время ожидания, стендбай 50 минут. Угу. Я засунула карточку. Говорит, приходи через час. Да, Fast Pass. Без очереди через час придешь, покатаешься. Все. Супер, я об этом не знала. Да, сколько сюда как дурочка покажу. Я пойду пока везде покатаюсь, похожу, либо иду уже в другом месте, снова себе Fast Pass делаю уже на следующий. То есть надо прийти сразу себе наделать Fast Pass, а потом ходить гулять. Но когда вечером приходишь, то на самые востребованные аттракционы, там уже закончены эти Fast Pass. То есть они их раздают, ну, где-то, ну, часов до 6 вечера. Вот я вчера вечером, когда была в Эпкоте, я приехала туда уже, ну, часов в 5. И в начале 6-го уже на самый их востребованный аттракцион, который Суарес или Суярес, ну, где летаешь ты над Калифорнией, там уже не было этих фастпассов. Вот тебе спасибо громадное. Вот, нифига поэтому... себе. Я об этом даже не знала. Я знала, что... Я думала, Animal Kingdom тоже вот эти вот... Я думала, я проведу карту, это твоя карточка, они снимут с меня деньги за это. Бесплатно. Поэтому сейчас мы с тобой пойдем в Голливуд студию. Все, мы сейчас едем со Светой в Голливуд студию, но на своей машине, на своей. Встречаемся через... Я с тобой еду тогда. Давай, ты за мной, хорошо. Я могу за тобой поехать. Ты знаешь, где Голливуд? Нет, я там ни разу не была. Ладно, найдем вместе, поехали. Вот моя машина. Нагулялись до вечера. Муж из дома выгонит, скажет, где так пропала жена?